Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте, у микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Телевидение – самое массовое средство информации, самый доступный и популярный способ развлечения. Сегодня телевизор есть практически в каждой семье, поэтому телевизор, так же как семья и школа, оказывает большое влияние на ребенка. Война в Сирии, сцены насилия, агрессивные мультфильмы определяют тип поведения, которому подражают дети. Тему продолжит Сохи Бьори Толиб. Дети во дворе обсуждают турецкую кинокартину. Этот фильм у нас знаменит под названием «Современный мулла». Сюжет картины совсем не претендует на Оскар. Погони, стрельба, убийства, а затем прощение и молитвы. Келас убежал от милиции, взял ключ от машины и сбежал. Его поймали, но он снова сбежал. Так эмоциональный трехлетний Рустам рассказывает о погоне в сериале. Не надо быть кинокритиком, чтобы понять, что фильм наносит психологическую травму детям и подросткам. Информация, распространяемая СМИ, чаще всего заключается в рассказах о банкирах, рэкетерах, киллерах, топ-моделях. Самые популярные программы о войне в Сирии. Уже привычным становится слышать, как дети разговаривают о войне и терроризме. Меня поразило, что мой сын Фарахмант обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке. Что происходит в Сирии? Террористы убивают людей. Солдаты стреляют и убивают. Мы тоже играем и убиваем террористов в своих играх. Взрослый мальчик с нами играл, и он убил своего младшего брата. Телевизор рассказывает и показывает ребенку больше сообщений, чем родители, друзья или учителя, и достаточно часто дети доверяют этим сообщениям больше, чем родным и близким. Дети часто смотрят сцены насилия, более склонны применять насилие в отношении других. Они учатся, наблюдая других, а спутниковое телевидение достаточно много поставляет моделей агрессивного поведения, говорит журналист Рахматулои Одина. Дети берут палки, ставят их на плечо, как гранатометы, и выкрикивают «Аллаху Акбар», делают вид, будто стреляют из него. «Я буду стрелять, я убью», они говорят только так. Психологи серьезно озабочены тем, что заинтересованность разного рода стрелялками, яркие картины крови могут спровоцировать детей попробовать такую ситуацию в реальной жизни. Так же, как игры, в которых герой может прыгать с одного высокого дома на другой, перелетать пропасти, провоцируют детей делать что-то подобное, рискуя своим здоровьем и жизнью, говорит психолог Нафиса Юнусова, профессор Таджикского национального университета. Игра – это подражание взрослым. Во времена гражданской войны в Таджикистане мы наблюдали, как изменились игры детей. Трехлетний ребенок тогда знал разницу между БТР и БМП. Сегодня в Таджикистане спокойно, однако наши дети по-прежнему играют в войну. На это могут влиять новости о мировых войнах, считает Зарина Кинжаева, психолог центра «Вера в завтрашний день». Конечно же, страх вселяется в ребенка. Он думает, что Сирия близко и что у нас тоже будет война. Он погибнет, погибнут его родители. Чтобы уберечь детей от лишних волнений и переживаний, советую родителям регламентировать свободное время ребенка и не разрешать много времени проводить возле телевизора. Однажды я увидел женщину, которая сильно ругала и била своего ребенка таким способом. Женщина воспитывала свое чадо или решила выплеснуть свою горечь и обиду на жизнь. Я пытался ее успокоить, но нарвался на оскорбление. Очень часто на улицах нашего города дети играют без присмотра. С одной стороны, это показатель безопасности в
городе. Но правильно ли это с точки зрения воспитания? А вот что говорит Бехзод. Он на днях приехал из Соединенных Штатов. В Америке, если мать оставит своего ребенка одного без присмотра, ребенок имеет право обратиться в полицию и пожаловаться, что его оставили одного дома. Это правовой вопрос, который прописан в законах каждой страны. Психологическая травма, полученная в детское время, будет отражаться на протяжении всей жизни, утверждает Махмуд Кабери, заведующий кафедрой психологии Таджикского медицинского университета. Когда мы смотрим мировые телеканалы, то видим, что на краю экрана есть знак «возрастной ценз» для просмотра. Если информация сложная для восприятия, то она может сломать психику ребенка. При длительном и частом просмотре телевизора ребенок подвергается множеству факторов, которые негативно влияют на его развитие. Поэтому родители должны интересоваться тем, что смотрят их дети, научить их подбору программ. Ребенок должен смотреть программы, в первую очередь предназначенные для него. От нас, родителей, зависит, будет ли рассматриваться вопрос телепередач для самых маленьких, как имеющий положительный или отрицательный эффект. Репортаж подготовил Сухибьор Толиб, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44 640 10 11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахада Цибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.asia. А также на Фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.